Чувашской республике утверждена новая кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Более 145 тысяч земельных участков обрели свою кадастровую стоимость, исходя из которой владельцы будут платить налоги. Кроме того, кадастровая стоимость напрямую влияет на арендную плату и взимание штрафов за нарушение земельного законодательства. В среднем кадастровая стоимость земли в Чувашии возросла на 3-5%. Подорожала земля под пашни в Цивильском, Урмарском, Шумерлинском, Красночитайском и Козловском районах. А вот в Алаторском, наоборот, подешевела. В связи с этим Управление Росреестра по Чувашской Республике рекомендует ознакомиться с новыми результатами оценки до того, как придет налоговое уведомление. Если кадастровая стоимость будет, по мнению собственника, выше рыночной стоимости, то Росреестр советует обратиться в комиссию по рассмотрению споров при Управлении Росреестра или в Верховный суд Чувашии. Бесплатно заказать справку о кадастровой стоимости можно в любом МФЦ или в офисах кадастровой палаты.